1200 метров над уровнем моря, 2 часа пути на автомобиле до Венеции и полчаса до границы с Австрией. Королева Доломитовых Альп. Здесь снимали более сотни фильмов, а самый известный из них – это «Розовая пантера». Помните? Все это обилие фактов о маленьком итальянском городке, который для российских и советских людей, влюбленных в хоккей, всегда будет ассоциироваться с первым олимпийским золотом. Увидеть Париж и умереть – это давно уже банальщина. Да и Париж сейчас совсем не тот, каким был 100 лет назад. У ошалевшего от урбанизации жителя Москвы, Нью-Йорка или Лондона нынче в моде совсем другие тренды. Да и слоганы другие. Например, такие. Увидеть картину Дампеца с высоты птичьего полета и замереть от восторга увиденного. По крайней мере, об этом говорит статистика. Даже летом в межсезонье здесь существенный наплыв туристов. Ну а зимой, в самый пик сезона, к 5000 местных жителей добавляется 55 тысяч приезжих. Картина Дампеца – столица зимних игр 1956 года. Именно здесь впервые выступили советские спортсмены. До этого атлеты с 1/6 части суши игнорировали детище Пьера де Кубертена. И сразу успех. Первое место в общекомандном зачете. И самое главное – советские хоккеисты оставили позади сборные США и Канады и взяли золото. Это было рождение большой красной машины. Заключительный хоккейный матч Олимпийских игр окончен. Победа за советской командой. С тех славных времен картина Дампеца не остается в стороне от большого спорта. Этапы Кубка мира по горным лыжам и бобслею регулярно проводятся здесь. Да и многие итальянские атлеты имеют прописку в картине. Хотя что это я? Нет у итальянцев никакой прописки. Я очень люблю этот город. Здесь особая энергетика, и для спортсменов в том числе. Когда видишь эти горы, так и хочется поскорее взобраться на склон и скатиться с него. Единственное, чего лишилась картина Дампеца с тех времен, это большого хоккея. Здесь есть свой клуб. Он выступает в серии А, но звезд с неба не хватает. Хотя это и старейший клуб Италии. В этом году ХК «Картина» празднует свой юбилей. 90 лет – это не шутка. Здесь играли в хоккей, когда вся НХЛ состояла только из 4 клубов. Конечно, мы бы хотели выиграть серию А. Это наша цель. Давайте смотреть в будущий сезон реально. У нас не самый сильный состав, и попасть в плей-офф это будет хорошим достижением. А в плей-офф постараемся сыграть по сопернику. Впрочем, большой хоккей вернется в маленький итальянский городок в этом сезоне. Вернее, уже вернулся в лице Айвана Занаты. Бывший главный питерских армейцев и тренер финалиста прошлого сезона Лева теперь живет здесь. И все его хоккейные мысли связаны с картиной Дампеца. Моя мечта – проводить каждое лето в картине предсезонный турнир. Я бы назвал его летней классикой. Здесь собирались бы команды лучших европейских лиг, плюс местная команда. Я вынашиваю эту идею с 2011 года, и сейчас первый шаг к ее реализации сделан. We'll be right back.
Первый шаг – это приезд в картину магнитогорского металлурга. Обладатель Кубка Гагарина перевернул представление о хоккейных суевериях. Традиционное место летних сборов магнитки немецкий Гармиш-Партенкирхен Майкинен сменил на итальянскую картину Дампеца. И это после чемпионского сезона. Переезд обуславливался тем, что здесь высота другая. Если в Гармише это порядка 750-800 метров, то здесь это 1200 и больше. Я думаю, что вот это вот сыграло большую роль при определении тренерским штабом этого места. Теперь нас все очень будут любить, все команды, и относиться соответствующим образом. Поэтому и мы должны подготовиться соответствующим образом, начать чемпионат и работать. Вот. Дальше будем работать. В принципе, я считаю, что команда у нас готова, команда слабее не стала. Соперники стали сильнее, ну и мы немножко так стали сильнее. Поэтому чемпионат ждем интересный. На арену на велосипеде. Игроки «Металлурга» перенимают финские традиции. Хоккеисты «Суоми» всю Олимпиаду приезжали на стадион на двухколесных железных конях и сенсационно выездили себе бронзу. Вот и Сергей Мазякин со товарищи в Италии пересели с «Мерседесов» и «Бентли» на самые обычные велосипеды, взятые на прокат. Если русского хоккеиста можно вывести из России на сбор в Италию, то вывести из русского хоккеиста Богдана Потехина Россию никому не удастся. Обладатель Кубка Гагарина – единственный, кто застегивает противоугонный замок на своем велосипеде. Такая вот магнитогорская привычка. Впрочем, тренерский штаб «Магнитки» отмечает, что хоккеисты стали относиться к себе во время отпуска уже совсем не в русских традициях. Команду возвращаются в форме и практически готовыми к сезону. Говорим ребятам, готовиться к чемпиону будет по-другому. Каждая команда будет пытаться обыграть чемпиона. Анализировали ли вы прошлый сезон с точки зрения, что было так и как это повторить? У нас начало сезона так очень среднее было, а потом все как-то так в гору пошло. И действительно, самая основная задача сейчас наша – это поднять опять ребят и немножко так забыть то, что было, и вступить в новый сезон. Да, мы позже вышли из отпуска, но мы играли попозже, чем остальные команды. Мы немножко по-другому это сделали. Во-первых, ребята подошли в большей части в очень приличной спортивной форме. С начала месяца прошлого мы начинали лагерь развития игроков, молодых игроков мастерства. И также по желанию у нас взрослые ребята подходили и тренировались, и следили за формой. Поэтому, в принципе, как мы запланировали, так все и прошло. Первый шаг к летней классике – это празднование 90-летия клуба «Картина». В качестве шоу для местной публики и немногочисленных туристов – матч с громкой вывеской. Обладатель Кубка Гагарина против вице-чемпиона открытой австрийской лиги. Лиги, в которой играл «Медвежчак» для своего вступления в КХЛ. Олимпийский стадион «Картина Дампеца» не похож ни на одну арену мира. В особенности он не похож на российские арены. Вместо привычного нашему болельщику металлического ограждения, через которое ОМОН допускает зрителей на ледовую площадку, здесь разбит большой детский городок. Сейчас, за час до матча, этот городок уже пуст. Все дело в том, что на европейских горнолыжных курортах существует такая традиция начинать все увеселительные и спортивные мероприятия поздно вечером, для того, чтобы лыжники успели спуститься с гор и занять свои места на трибунах.
Шоу удалось на славу. Организация на уровне КХЛ. Около 2000 зрителей, живая музыка, световое шоу. В перерывах на лед выходят совсем юные виновники торжества – хоккеисты детской школы «Картины». О том, что было в истории клуба 90 лет назад, они, может, и не знают. Но сегодняшний выход на лед запомнят надолго. Наверняка запомнят эту игру и хоккеисты-магнитки. Все сборы они были чрезвычайно серьезны. Отказывались от интервью, не реагировали на шутки. Расслабились только после победы над Red Bull. Сейчас, наверное, настроение хорошее. Так как-то полегчало. Ну да. Ну, конечно, когда выигрываешь всегда, это нормально. Плюс конец сбора, сейчас домой уезжаем. К семьям все поедем. Это очень приятное событие, то, что первый сбор закончился, выиграли и все, домой поехали. Вот Илья Воробьев говорит о том, что у игроков уже больше профессионализма добавилось, и можно позволять самим готовиться. Ты чувствуешь это по команде и, может быть, по себе даже? Не, ну есть такое, просто мы же все при контракте, если придем в плохом состоянии, это сразу скажется, тренера это все увидят. И... Ну, это так может плачевно закончиться, если ты придешь там с лишним весом. Будет летняя классика традиционным турниром в «Картино Домпеца» или нет – это вопрос открытый. Первый шаг к рождению своего детища Айван Заната сделал. Организовал матч двух не последних команд в европейском хоккее. На очереди шаг второй – игра регулярки КХЛ в Италии. Ходят разговоры, что уже в этом сезоне «Магнитка» и «Трактор» сыграют между собой в Колизее Вероны. Это совсем рядом со столицей Олимпиады 1956 года. А потом придет время делать и остальные шаги.